может дать нам ответ на вопрос, что волнует всех и в жару, и в мороз. Что же есть любовь, почему она зла заставляет вдруг полюбить и козла, заставляет нас создавать чудеса, горы раздвигать, поднимать паруса, превращает в миг умников, мудрецов, в трепетных юнцов, простаков и глупцов. Как же нам повезло жить на этой земле, нас нуждаться страдать, ревновать вожделеть. У циничных любовь вызывает лишь смех. Не любить никого непростительный грех. Даже кто считал, не проймет их ничто, часто веселят с собой цирк, шапито, зажигают так ярче, чем фейерверк, и на все идут от растрат до афер. Что же есть любовь, не поймем,